Доброе утро, дорогие друзья, уважаемые участники нашей сегодняшней встречи. Сегодня мы продолжаем пополнять нашу копилку методических практик и опыта от лучших краеведов страны в вопросах преподавания истории региона. И сегодня мы с вами отправляемся в Орловскую область. Я напомню, что в рамках нашей серии лекций, в рамках нашего фестиваля «История Малой Родины. История Отечества» у нас пройдет 43 лекции из разных регионов России, которые проведут победители Всероссийского конкурса краеведов, работающих с молодежью. И сегодня нашу утреннюю лекцию проведет Богатырев Роман Автандилович, секретарь регионального отделения Российского исторического общества Орловской области, победитель Всероссийского конкурса краеведов, работающих с молодежью. Здравствуйте, Роман Автандилович. С удовольствием передам вам слово. И я уверена, что наша сегодняшняя лекция будет очень интересной и познавательной для педагогов страны. Здравствуйте, Алина. Здравствуйте, уважаемые участники. Я надеюсь, да, что мое сегодняшнее выступление принесет вам пользу, то, что в большей степени я буду в нем затрагивать как раз-таки финансовую поддержку и то, каким образом можно реализовывать историко-культурные и историко-краеведческие проекты в своем регионе. Сначала на федеральном уровне я объясню, откуда брать на это деньги, каким образом получать какую-либо поддержку, искать партнеров, а потом на уровне региона, а именно Орловской области, покажу, как это работает, как мы с этим работаем и каким образом уже были реализованы несколько историко-культурных краеведческих проектов и какие будут реализовываться проекты в регионе и как это можно использовать в своей области, в своей республике. И с вашего позволения я начну демонстрацию экрана с презентации. Я думаю, так будет гораздо проще и понимать. И хотелось бы, я не знаю, есть какой-то формат вопроса-ответа, но я думаю, что какие-то вопросы в конце такой небольшой нашей лекции, они возникнут. Я надеюсь, что презентацию видно, да? Да, все отлично. Ага, спасибо большое. Хотелось бы сегодня поговорить про реализацию профильных историко-культурных проектов и грантовой поддержки краеведческих инициатив, которые реализуются на региональном, на федеральном, на муниципальном уровне. И, в принципе, самым ярким примером грантовой поддержки подобного рода является наш с вами Всероссийский фестиваль «История Малой Родины. История Отечества» и вообще конкурс краеведов, работающих с молодежью, потому что этот проект реализуется при поддержке федеральной, это при поддержке фонда президентских грантов, о котором мы в самом начале, собственно, и поговорим. Что такое фонд президентских грантов и каким образом его можно использовать в рамках реализации историко-культурных проектов в регионе, каким образом это поможет вам работать с молодежью и каким образом вы сможете привлекать средства для методических каких-то разработок. Что такое фонд президентских грантов? Это фонд, который создан в 2017 году, и он занимается поддержкой различного рода инициатив, направленных в принципе, на любую деятельность, но нас с вами интересует деятельность, связанная с сохранением, популяризацией историко-культурного наследия, с какими-то краеведческими практиками. На поддержку фонда заявку может подать исключительно юридическое лицо, то есть для того, чтобы вы свой проект, который наверняка есть в вашем регионе, в вашем городе, в вашем образовательном учреждении, смогли подать на поддержку фонда президентских грантов, необходимо либо создать, либо действовать совместно с некоммерческой организацией, которая может, собственно, заявку эту формировать. Она должна быть зарегистрирована не позднее, чем за год до окончания приема заявок, и должна быть зарегистрирована не позднее, чем за год, еще для того, чтобы подавать на средства более чем 500 000 рублей. Ну, там есть еще ряд определенных ограничений, то есть это относится в большей степени к процессу ликвидации, банкротства, то есть такие юридические в большей степени вопросы, но стоит отметить, что фонд президентских грантов обладает, наверное, самым большим количеством средств, которые выдаются общественным организациям на реализацию различного рода инициатив, в том числе и в сфере культуры, краеведения и историко-культурного наследия. И, наверное, здесь нужно привести несколько примеров, которые реализованы,
которые еще реализуются на территории Орловской области и связаны как раз-таки с краеведением, с сохранением культурного наследия. И, возможно, подобного рода проекты вы сможете реализовать у себя на базе своих регионов, и это станет таким своеобразным примером того, откуда можно взять на это средства. Ну, самым первым примером подобного проекта будет, наверное, историко-этнографический образовательный фестиваль «Орловская крепость». Он прошел в 2019 году, и инициатором этого проекта стало Орловское отделение Всероссийского общества охраны памятников и истории и культуры совместно с автономной некоммерческой организацией «Лаборатория социального развития». Сам проект предполагал под собой проведение историко-культурного фестиваля на территории Стрелки. То есть в нашем городе есть место основания города, это место расположения, место существования Орловской крепости. Она была основана по приказу Ивана IV, Ивана Грозного, в XVI веке на слиянии двух рек. Это река Ака и река Орел. Сейчас речка называется Орлик. И именно там, по задумке авторов проекта, должен был и был проведен такой своеобразный образовательный фестиваль, который представлял из себя 7 хронологически расположенных друг за другом площадок, рассказывающих об истории Орловского края, Орловского региона и показывающие и с точки зрения теории, и с точки зрения практики, как именно выглядели люди в тот или иной период, какие важные исторические события проходили в XVI, XVII, XVIII веке в Орловской губернии, и какие известные люди, известные полководцы, поэты, писатели, тоже литературный срез какой-то определенный был на фестивале, кто из них относится к Орловской губернии и каким образом он прославлял свой родной край на всю Россию, может быть, даже на весь мир. Каким образом этот проект связан с воспитанием молодежи и каким образом он связан с краеведением, я думаю, вполне себе очевидно. А по поводу воспитания молодежи следует отметить, что на площадках фестиваля, на всех площадках, во-первых, были привлечены волонтеры, которые работали как экскурсоводы. Им выдавался специальный текст контрольный для того, чтобы они смогли встречать группы, проводить их по хронологическим площадкам, знакомить их там с историей, объяснять какие-то непонятные, может быть, на первый взгляд, факты, которые были представлены на тех или иных исторических площадках, и тем самым создавая такой, во-первых, образовательный сегмент, где молодые люди, во-первых, получали какую-то краеведческую информацию, историко-культурную информацию о регионе и пробовали себя на практике как экскурсоводы. Также волонтеры были использованы как реконструкторы, то есть на нескольких площадках были представлены люди, одетые в форму того или иного времени. И таким образом молодежь была включена полностью с самого начала до самого завершения образовательного историко-этнографического фестиваля в такую краеведческую деятельность, интересную. И несмотря на плохую погоду, в связи с тем, что это был сентябрь 2019 года, был достаточно дождливый день, в фестивале поучаствовало 3000 человек, которые прошли по всем площадкам. И вот это вот пример той финансовой поддержки, которую оказывает фонд президентских грантов для реализации каких-либо региональных проектов, связанных с краеведением. Стоит отметить, что подобного рода заявки обычно формируются с необходимым количеством софинансирования, но софинансирование это не значит, что вы должны представить туда какие-то свои финансовые средства. Софинансированием может являться любой ваш вклад, который вы вносите для реализации этого проекта в регионе. Другим примером регионального проекта, поддержанного фондом президентских грантов, продолжаем говорить про Русскую область, является еще действующий фестиваль «Золото русской литературы». Он историко-литературный. И этот сегмент как раз-таки касается уже в большей степени не только истории, а именно литературного наследия, потому что, как сказал Николай Семенович Лесков, ни один русский город не вспоил на своих мелких водах стольких писателей и поэтов, скольких поставил на службу Родины город Орел. Сам фестиваль посвящен сохранению и популяризации наследия Афанасия Афанасьевича Фета, Ивана Сергеевича Тургенева и Льва Николаевича Толстого. Я думаю, что последний писатель менее очевиден для Орловской области, в отличие от двух первых столпов русской литературы, потому что Иван Сергеевич Тургенев вообще является одним из
туристских брендов для Орловской области. Афанасий Афанасьевич Фет похоронен в Орловской области, а именно в селе Клеменово, в храме, на месте бывшей своей усадьбы. И поэтому сам фестиваль должен был показать взаимодействие литературных гигантов и дружбу, может быть, какие-то ссоры. Каким образом вообще проходило такое вот общение в XIX веке, определенные какие-то сюжетные линии, сюжетные повороты, и, конечно же, это все показано с краеведческим срезом определенным и с привлечением молодежи для реализации всех этапов этого проекта. Автором этого проекта тоже является Орловское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Совместно с рядом партнеров, вы можете их увидеть на слайде, здесь они частично представлены. И в часть этого проекта уже реализована в 2020 году, но в связи с пандемией несколько раз эти даты передвигались, но один из фестивалей, который предполагается в рамках проекта, был проведен. Он проведен был тоже с использованием молодежи, с привлечением молодежи как волонтеров, так и участников самого фестиваля. И предполагал под собой точно так же их обучение, их включение в популяризацию историко-литературного, историко-культурного наследия Орловского региона, Орловского края. И тем самым подобного рода проект стал примером каким-то литературного проекта, связанного с Орловской областью и позволяющего включать молодежь в такую деятельность образовательную. И очень много ребят, именно молодых, 16-17-летних из средних специальных учебных заведений и школ, пришли как волонтеры, они сами вызвались, если я не ошибаюсь, в реализации самого проекта, именно фестиваля, в октябре 2020 года поучаствовало более 100 волонтеров до 18 лет именно. И помимо этого, эти же волонтеры, здесь это на слайдах не будет представлено, участвовали в реализации проекта, тоже связанного с культурным наследием именно Орловщины, а это сохранение памятников архитектуры города Орла в фотографии, то есть те же самые ребята изучали историю родного города, историю только архитектуры уже, историю построек, в связи с тем, что город Орел находился в оккупации порядка 22 месяцев, немцы, уходя из города, оставили ничтожно малое количество каменных зданий, которые были в городе до войны, и поэтому те памятники, которые у нас остались, они были восстановлены, и необходимо продолжать сохранять их и на данном этапе. Был проведен такой интересный проект, сейчас он находится на стадии завершения, с привлечением, опять же, молодежи, с фотофиксацией, с составлением исторических справок о каждом здании и с актуализацией информации о памятниках, которые есть в городе Орле. И предполагается, что в дальнейшем подобного рода проект будет расширяться уже на территории всего региона, потому что у нас в области около 2000 объектов культурного наследия существует, и многие из них – это памятники как раз-таки архитектуры, в большей степени это церкви и храмы, это 17-й, 18-й век, это очень интересный такой сегмент, и хотелось бы привлекать к этому молодежь, но мы стараемся это делать, я думаю, что это будет интересно и для реализации на базе ваших регионов, потому что и историко-культурное наследие, и памятники, которые необходимо сохранять, они существуют у нас повсеместно по всей России. Другим грантодателем, да, другой организацией, которая может работать по грантам, которая может поддерживать ваши проекты, является Федеральное агентство по делам молодежи, которое ежегодно проводит ряд грантовых конкурсов. Некоторые из них проводятся в заочном этапе, просто-напросто заявка подается на сайте, оформляется, но некоторые проводятся на базе форумных каких-то инициатив, такие как, например, форум Машук на Кавказе, где можно представить свой проект, защитить этот проект перед жюри и получить финансовые средства на реализацию в своем регионе. Конечно же, отдельной строкой идет сохранение культуры, культурного наследия, истории, и в этом можно поучаствовать. В этом и от этих форумных проектов, и от дистанционных проектов можно получить те средства, которые вам необходимы для реализации либо каких-то мероприятий, форумов, фестивалей, или же для публикации историко-краеведческой литературы, которая позволит вам в дальнейшем работать с молодежью в своем регионе именно в рамках какой-то повышения краеведческих знаний
для молодежи, которой это интересно, которая хочет в это включаться. И, конечно же, тут будет подспорьем взаимодействие с рядом общественных организаций, таких как, собственно, Российское историческое общество, Всероссийское общественное движение, волонтеры культуры, которые сейчас активно занимаются сохранением и популяризацией культурного наследия в регионах Российской Федерации. И многие другие общественные организации могут стать партнерами вашей деятельности в образовательной, в историко-культурной, которая направлена на работу именно с молодежью. Если точечно обратить внимание на те проекты, которые поддержаны в регионе на данный момент, связанные с сохранением культурного наследия, последний проект, с которым мы занимались, и поддержка, на который была выделена в количестве 1 400 000 рублей. Это у нас культурно-образовательный исследовательский проект «Объект необъятная Орловская губерния». Каким образом он будет реализовываться и кого мы будем привлекать к реализации этого проекта? Сам по себе это волонтерский проект, направленный на развитие межрегионального сегмента туризма через поиск достопримечательностей или через описание достопримечательностей, которые есть в регионе, для создания связки между регионами, то есть Орловская область граничит с Калужской, с Курской, с Тульской областями, и хотелось бы найти те достопримечательности в регионе посредством студентов, посредством молодежи, посредством, может быть, школьников, которые что-то знают об области, которые хотят повышать свои краеведческие знания, расширять свой историко-культурный кругозор. Мы будем собирать информацию об истории региона для составления краткого справочника достопримечательностей и дальнейшего создания тур-маршрутов, связанных именно с историко-культурным, литературным и вообще с историческим наследием Орловского края. Так, например, очень интересная тематика, связывающая Тульскую область и Орловскую область. Это тематика большой засеченной черты, в рамках которой предполагается создать один из тур-маршрутов, который будет связывать такие точки, связанные с засеченной чертой, в Тульской области и в Орловской области. Часть городов, которые есть сейчас на Орловщине, как раз-таки связана с деятельностью в период создания и существования вообще большой засеченной черты. Предполагается, что мы сможем со студентами, которых в рамках проекта будет использовано более 100, объехать все районы области, собрать историко-краеведческую информацию у старожил, у местных жителей, осмотреть объекты культурного наследия, провести фотофиксацию, актуализацию состояния объектов культурного наследия и памятников, выделить основные какие-то достопримечательные места, памятные места, и таким образом выделить основную линию движения для туристов, для создания тур-маршрутов, и, может быть, создать таким образом какие-то новые историко-культурные туристские бренды для Орловской области. К сожалению, сейчас мы, если немножко отклониться от темы и обратить внимание на состояние туризма и на то, на каком месте мы находимся в России по развитию даже там внутреннего сегмента туризма, мы, к сожалению, не так хорошо занимаемся этим вопросом, как многие другие регионы, даже такие как наши соседи, и хотелось бы заниматься этим гораздо более плотно, и тем самым мы, не знаю, можно ли так сказать, убиваем двух зайцев. Мы занимаемся подготовкой молодых специалистов в плане краеведения, в плане отечественной истории. И тем же самым мы разрабатываем базу практики для студентов профильных специальностей, которые будут заниматься формированием тур-маршрутов, созданием нового туристского бренда в Орловской области, который будет интересен именно этому сегменту молодежи. И хочется отметить, что все это будет проводиться еще с такой с научной подоплекой и будет включать в себя еще и студентов других направлений подготовки, например, как социологов, потому что очень интересна и важна всегда обратная связь на тех территориях, где вообще проводятся различного рода мероприятия. Нужна обратная связь от жителей, нужно ли им это, и какие, может быть, подсказки они готовы дать, сформировать для исследователей в том или ином месте, и поэтому будет в рамках именно вот этого проекта, поддержанного Росмолодежью, агентством по делам молодежи, будут проводиться социологические исследования, связанные с территорией региона, с достопримечательностями, с памятниками, расположенными в тех или иных муниципальных районах Орловской области. И я думаю, что подобного рода информация необходима не только Орловщине, но и всем вашим регионам, потому что именно обратная связь и информация от жителей, проживающих на этих территориях, она
очень важна. Многие люди, которые живут там в региональном центре, могут не знать то, что знают именно специалисты на местах. Те старожилы, те люди, которые еще помнят военный какой-то период, может быть, даже довоенный, знают о каких-то достопримечательностях и памятниках, о которых нет информации в свободном доступе. Это позволит выявить какие-то новые дестинации туристские, куда можно будет привести молодежь, привести людей и тем самым расширять вот этот вот исторический кругозор молодого нового поколения для дальнейшего развития и культуры, и сохранения культуры и культурного наследия в Орловской области и в ваших регионах тоже. И для весь этот комплекс мероприятий именно направлен на создание единого, может быть, какого-то историко-культурного турпродукта для Центрального федерального округа, для Российской Федерации, но без привлечения именно молодежи, без привлечения молодого поколения из этого ничего не получится, из этого ничего не выйдет. В рамках этого же проекта предполагается проведение практических занятий для студентов профильных направлений подготовки, таких как музеология и охрана объектов культурного наследия, экскурсионная деятельность, отечественная история. Уже несколько выездов мы таких сделали. Вот мы, собственно, ездили на могилу Афанасия Афанасьевича Фета в Клеймёново, что предполагает под собой подобного рода практические выезды. Студентам или школьникам дается задание, командам именно проектным студентов и школьников дается задание для создания контрольного текста экскурсии до определенной точки. То есть они знают маршрут, они знают, откуда они едут и знают, куда они едут. Между собой делятся на фрагменты вся поездка, которая где-то час или чуть более часа, и каждый из студентов, каждый из школьников может попробовать себя как экскурсовод именно по определенной тематике. Это может быть либо Великая Отечественная война, потому что, я думаю, многие регионы Центральной России были участниками Великой Отечественной войны, многие были оккупированы, так как Орловская область, например, или Брянская, и это был бы такой интересный тоже срез такой историко-патриотический уже в большей степени. И как раз студенты, пробуя себя экскурсоводами, обладая какими-то практическими навыками, повышая свои практические навыки, понимают, какие места им более интересны, какая тема им будет более интересна, и уже свои какие-то научные наработки, которые в дальнейшем, мы надеемся, выльются и в научные работы на региональном, может быть, на федеральном уровне, они понимают, какая тема им интересна в большей степени. Я, наверное, на этом закончу, с вашего позволения, и если у вас есть какие-то вопросы, если можно на эти вопросы ответить, то я с радостью на них отвечу. Я надеюсь, что мое выступление было полезно вам, и очень хочется верить в то, что вместе с общественными организациями и посредством подобного рода конкурсов мы сможем с вами развивать и сохранять культуру России для следующих поколений. Спасибо большое. Спасибо большое, Роман Автандилович. Действительно полезная очень лекция, тем более сейчас тема грантовой поддержки, она стоит на острие, потому что без нее уже, наверное, не обходится ни одна область там социального проектирования и так далее. В первую очередь, наверное, хочу начать с конца, и хотелось бы задать вопрос по поводу работы привлечения именно молодежи к реализации таких краеведческих проектов. Самый острый вопрос, как мне кажется, это вопрос мотивации студентов, мотивации молодежи. Расскажите, есть ли какие-то особые инструменты в этом вопросе, или все-таки здесь применять инструменты мотивации не стоит, и здесь все должно исходить непосредственно от самого молодого поколения? Мне кажется, не стоит заставлять никого делать то, что они не хотят. Но каким-то образом мотивация сейчас сформирована на уровне, наверное, школьников и студентов средних специальных учебных заведений именно через федеральные какие-то инструменты, которые существуют, а именно сайт Добро.ру, который интересен именно волонтерам. Потому что через этот сайт в некоторых регионах это уже активно развивается, в некоторых регионах еще не так сильно это развито. Есть определенные бонусы, которые может получить волонтер за свою деятельность. Этими бонусами могут являться дополнительные баллы при поступлении в вузы, дополнительные какие-то возможности. Если не ошибаюсь, например, в Нижегородской области волонтеры культуры
смогли добиться того, что их активисты могут получать карточку волонтера и, например, бесплатно или со скидкой приходить в музеи и в театр и так далее, и так далее. Такой мотивационной системы в Орловской области на данный момент нет, но мы стараемся в большей степени работать с ребятами профильными. Именно теми людьми, теми студентами, которым будет это в дальнейшем нужно и необходимо в профессиональной деятельности. Не всегда образовательный процесс предполагает под собой какие-то практические занятия. Если предполагает, то не всегда он будет в таком количестве представлен, в каком нужно. То есть, да, если мы обратим внимание на образовательную программу там, бакалавриата или магистратуры, там очень мало будет часов, направленных на практику экскурсионной деятельности, на практику создания, на практику работы вообще по краеведению, именно практические занятия, не теоретические лекции, которые, в принципе, можно прочитать в любой момент, а именно на практические занятия, которые позволят развивать свои, как-то по-модному называется, hard skills, навыки, да, то есть какие-то профессиональные компетенции, которые позволяют в дальнейшем уже занимать определенную нишу и позиционировать себя как профессионалу такого, ну, достаточно высокого уровня. Мы стараемся привлекать именно вот этих ребят, которым это будет важно и нужно в дальнейшем. Но мы предполагаем, что если они учатся на профильных специальностях, то изначально им это важно и нужно. А по поводу мотивации, некоторые регионы, если не ошибаюсь, работают тем, что мерч, то есть это раздаточный какой-то материал, который создается в рамках реализации проектов, предоставляется волонтерам, которые работают, но не всегда он нужен волонтерам, так как зачем нужна футболка с названием какого-то проекта и как он будет ее использовать. Мы предполагаем, что при реализации следующих проектов мы будем работать над предоставлением участникам каких-либо образовательных возможностей. То есть сейчас наши партнеры уже этим занимаются. Там, например, волонтеров, которые были приглашены для реализации проекта, вот, о котором я говорил, это фотофиксация памятников из архитектуры города Орла, они прошли бесплатное обучение по публичным выступлениям у одного из коучей в регионе. То есть он был просто-напросто попросили, и он провел бесплатное открытое выступление. Примером хорошей и сильной мотивации вообще участников различного рода проектов является, конечно же, Россия – страна возможностей, но такого потенциала в регионах пока еще нет. Мы не можем на таком уровне, конечно, мотивировать и каким-то образом помогать участникам наших проектов, там, предоставляя обучение какого-то федерального уровня, но мы можем помогать им в плане реализации их проектов, в плане экспертирования, на абсолютно безвозмездной основе, помогая им продвигать именно свои личные инициативы, свои проекты, каким-то образом реализовывать свой потенциал, который они знают, который они видят, и тем самым образовываться и выходить на какой-то новый уровень. Может быть, некоторые ребята хотят переехать, и им нужен какой-то опыт для того, чтобы переехать, для того, чтобы найти какую-то свою нишу в другом регионе. Тут может быть очень много различных, в принципе, инструментов, но очень хочется, чтобы эти инструменты стали просто какой-то оплатой. Хочется, чтобы подобного рода мотивация возникала, конечно же, у самих ребят, участвовать в этом, они понимали, что это им нужно, это им важно, что сохранение культуры – это очень нужное дело, что этим нужно заниматься, к этому нужно привлекать своих друзей. Но, опять же, мне кажется, что из-под палки заставлять – это не самый лучший выход и не самое правильное решение будет. И я очень рад, что этого не происходит. По крайней мере, в последнее время этого я не наблюдал, если честно. Ну, на самом деле, я тоже могу сказать, что, как мне кажется, молодое поколение в последнее время, оно понимает, что главные инвестиции – это инвестиции в себя, и в этом плане, наверное, становится немного легче. Кстати, хотела бы отметить, что сегодня, 5 декабря, в России отмечается День волонтера, поэтому, пользуясь случаем, поздравляем всех ребят, которые сами относятся к волонтерской деятельности, поздравляю всех педагогов, которые работают с волонтерами. Такой очень важный для России, особенно в последнее время, набирающий свою популярность движение. И хотела бы, наверное, задать как раз вопрос, относящийся к грантовой поддержке. Проекты бывают разные, сами грантополучатели тоже люди разные, это и студенты, это и сама молодежь, это и педагоги. И хотелось бы, наверное, спросить, если вот у молодежи это сейчас, наверное, можно с уверенностью сказать, что самыми популярными являются именно
конкурсы, грантовые конкурсы Федерального агентства по делам молодежи. Расскажите, может быть, есть какие-то особенности именно в получении грантов, в получении такой поддержки для педагогов? Есть ли для них какие-то особые конкурсы? И по вашему опыту, какие самые применимые и самые, может быть, простые для педагогов? Смотрите, в своем выступлении я отметил, наверное, одни из самых значимых и самых распространенных грантовых поддержек, которые существуют, собственно, ФПГ и Росмолодежь. Если мы будем рассматривать еще шире пласт вообще грантовой поддержки, которая существует в Российской Федерации, то нам необходимо обратить внимание в первую очередь на Российский фонд культуры, потому что РФК поддерживает инициативы, связанные с сохранением, популяризацией культурного наследия, культуры вообще в целом, истории, также на гранты, которые реализуются Российским военно-историческим обществом. Но нельзя забывать одну вещь, которую я упоминал, необходимое юридическое лицо для, вообще для поддержки подобного рода проектов и для подачи заявки даже на этот проект. В большей степени многие грантовые программы направлены именно на поддержку некоммерческих организаций или автономных некоммерческих организаций, ну или же, как у Росмолодежи, один из сегментов грантового конкурса направлен на поддержку образовательных учреждений. То есть какой-либо вуз, какая-либо школа может подать заявку на подобный грант. И, к сожалению, там, если не ошибаюсь, заявок поддерживается гораздо меньше, чем на конкурсе физлиц, но поддерживается и для федеральных университетов, институтов. Эта грантовая поддержка может достигать 15 миллионов рублей. Я думаю, это очень большие средства на реализацию проектов в образовательном учреждении. А если мы говорим про другие какие-то поддержки и другие грантовые системы, то стоит обратить внимание на грантовую поддержку фонда Потанина. В период локдауна, если можем так назвать, который был у нас весной 2020 года, связанный был он с пандемией, фонд Потанина раз в две недели проводил конкурс, связанный с поддержкой культурных инициатив. Некоторые из них были направлены на поддержку музеев, на поддержку каких-то образовательных цифровых, да, проектов, связанных с популяризацией культуры. Это сейчас очень актуально для создания контента в социальных сетях, который будет привлекать молодежь, будет привлекать молодое поколение к сохранению и популяризации культуры, культурного наследия. И я думаю, что фонд Потанин – это один из ярких примеров того, как именно нужно это проводить и делать. Если вернуться к Российскому военно-историческому обществу, это поддержка узкопрофильных проектов, связанных с культурой, с военной историей. И только, опять же, юридические лица могут в них участвовать. Я считаю, что для физических лиц достаточно мало в Российской Федерации есть грантовых программ каких-либо. И в большей степени это программы, связанные не с созданием мероприятий, а с образовательной деятельностью. Например, это Российский фонд фундаментальных исследований, да, РФФИ, который дает средства, выделяет средства на проекты, связанные с научной деятельностью. Но я не уверен, что там очень часто появляются конкурсы, связанные с образовательной деятельностью в сфере истории и культуры. В большей степени, конечно, это экономика, это физика, даже, наверное, вот больше всего там экономических каких-то направлений и исследований. Этим нужно заниматься точно, и все зависит от того преподавателя, которому мы хотим помочь, и чей проект мы хотим реализовывать. Потому что это все будет зависеть именно от этого. Потому что если это, например, преподаватель информатики, и у него есть проект, связанный с цифровизацией культуры, то его, прямо скажем, спектр выбора шире. Он сможет подавать в различные организации, которые готовы поддержать его. И нельзя забывать, что есть еще региональный сегмент грантовой поддержки. Например, в Орловской области у нас открыт еще даже на данный момент конкурс для поддержки некоммерческих организаций социально ориентированных. И грантовая поддержка там достаточно весомая для региона. Ну, как во всех заявках, там очень тяжеловесная заявка на грантовую поддержку, ну, никогда не бывает просто, на самом деле. Я думаю, что в первую очередь, если есть желание поучаствовать в грантовых конкурсах, получить средства на реализацию своего проекта, необходимо начинать именно с регионального уровня, потому что в регионе гораздо проще показать себя, гораздо проще объяснить, что именно вы хотите сделать, каким образом реализация вашего проекта будет помогать развитию самого региона и
населению региона, а уже в дальнейшем, как такой багаж реализованных проектов, это поможет вам в дальнейшем двигаться в сторону реализации каких-то федеральных проектов, участия в федеральных грантах. Но я думаю, что у нас для педагогов в большей степени это премирование и те проекты, которые реализуются на платформе России страны возможностей, там их очень большой спектр. Для преподавателей из последнего, что я помню, это учитель будущего. И там как раз-таки есть сегмент поддержки и грантовые, премиальные, и образовательные. Но если мы берем вообще сохранение культуры и культурного наследия, краеведение как, в какой-то мере, то это конкурс мастера гостеприимства. Он в большей степени направлен на туризм, да, индустрию гостеприимства, краеведение, экскурсионное дело, отели, организацию мероприятий. Но это точно такой же сегмент, который касается краеведения, сохранения культуры, культурного наследия. И в этом конкурсе можно получить не только какие-то финансовые средства или поддержку в реализации своего проекта, но и наставника, который сможет помочь в реализации проектов. Например, некоторые из наставников – это, ну, скажем, господин Першин. Это тот человек, который руководит Тавридой уже многие годы. И я думаю, что если кто-то из наших преподавателей в России сможет подать заявку, победить и получить, например, Першина в наставнике, то реализация каких-либо фестивалей или мероприятий в регионе поднимется на какой-то невероятный уровень, потому что будет человек с опытом, человек, который сможет помочь, направить. И вот как раз возвращаясь к нашему с вами диалогу о вкладе в себя, я думаю, что система наставничества, она очень помогает, даже не хуже, чем грантовая поддержка. Спасибо большое за такой развернутый ответ. Действительно, много прозвучало и вот сегодня в нашей беседе названий конкурсов, и я уверена, что каждый наш участник сам мониторит, потому что сейчас эта работа очень активно ведется, мониторит различные конкурсы. Наверное, все зависит от цели, от объема необходимого финансирования. Для каждого есть свой лучший вариант, поэтому нужно искать, выбирать и пробовать, потому что заявки действительно, да, объемные, но чаще всего там многие пункты совпадают, поэтому если, допустим, подготовить хорошую заявку, там, базу, то можно ее использовать уже для нескольких конкурсов и попробовать себя сразу в нескольких таких проекта, грантовых конкурсах. Еще раз большое спасибо, Роман Автандилович, за сегодняшнюю очень такую прикладную лекцию. Я уверена, что она будет очень полезной. Есть сейчас время, сейчас вот форумные кампании уже завершились, заявки на конкурсы тоже в большей части завершены, поэтому есть сейчас время подготовить заявку на основе прошлых лет заявок и уже проработать ее для того, чтобы в период приема, в период форумных кампаний попробовать найти поддержку для своего проекта. Еще раз большое спасибо за нашу сегодняшнюю встречу. Я напоминаю нашим участникам о том, что у нас еще сегодня впереди две лекции в рамках нашего фестиваля, поэтому не переключайтесь, обязательно смотрите нас как в прямом эфире, так и в записи, если вам вдруг неудобно. Поэтому до скорых встреч и еще раз большое спасибо. Всего доброго.